Новый Infiniti QX60 получил награду Top Safety Pick Plus от Страхового института безопасности дорожного движения за выдающиеся достижения в области безопасности. Напомним, что кроссовер предлагается клиентам со стандартным набором электронных ассистентов. Это системы экстренного торможения перед препятствием, в том числе при движении задним ходом, автоматический дальний свет и другие. Чтобы заслужить награду в этом году, автомобиль должен получить хорошие оценки по итогам 6 краш-тестов, включая особенно сложные для силовой структуры кузова удары со стороны водителя и пассажира с небольшим перекрытием. Кроме того, в список ударных испытаний вошли краш-тесты с умеренным перекрытием спереди, боковой удар плюс проверки на прочность крыши и подголовников. Кроме того, чтобы получить статус Top Safety Pick Plus, модели требуется продемонстрировать эффективность головного света. И Infiniti QX60 успешно выполнил все поставленные перед ним задачи. Напомним, что Infiniti QX60 второго поколения широкой публике предъявили лишь летом прошлого года. У модели поменялся формат. При прежней колесной базе длина уменьшилась, а высота, наоборот, увеличилась. Под капотом свое присутствие сохранил 300-сильный бензиновый V6, но вместо вариатора ему отныне ассистирует 9-диапазонный автомат. Infiniti QX50 сменил модельный год. Теперь во всех версиях кроссоверу полагаются дистанционный запуск двигателя, бескаркасное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением, оповещение об открытых задних дверях и беспроводная зарядка для телефона. Начальные версии Pure и Lux отныне оснащаются новыми 19-дюймовыми колесами, в то время как Lux вдобавок предлагает крышку багажника с автоматической системой распознавания движения и новую аудиосистему Bose с 12 динамиками. Наконец, в список цветов кузова добавлен сияющий белый, а в перечень доступных колеровок интерьера — варианты Pebble Grey и Monaco Red. В топовой комплектации Autograph установлена специальная версия трансмиссии, что позволяет буксировать прицепы массой до 1360 кг. Кроме того, покупателям кроссовера стала доступна совершенно новая версия под говорящим названием Sport. Она визуально выделяется переоформленной передней панелью, 20-дюймовыми колесами темного цвета, а также глянцево-черной отделкой кузова. В салоне установлены сиденья, обшитые дорогой полуанилиновой кожей, и аудиосистема Bose с 12 динамиками.